Да? Нет? Не знаю. Депутаты Верховной Рады запутались в отношениях. То разрывают связи с Россией, то опровергают свои слова. В итоге нардепы все же договорились между собой. Незалежная очень хочет, но не будет разрывать дипломатические отношения с Россией. По крайней мере, пока. Но Киев уже присматривается к российской собственности. Предложения по экспроприации внесли на рассмотрение Рады. Эту и другие 700 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса обсудят 16 ноября.